asshole! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить брутальный Devil May Cry. На этот раз нас ждет 19-я миссия Лиг Демона, где мы будем сражаться с Мундусом. Ох, я чувствую, это будет тяжеловато. Why did you kill my child? I will ask you again. Why did you kill my child? Because you killed my mother. Ah. So it was revenge. I see. It was more than that. Oh? It was for freedom. Freedom? You seem to have all the freedom you need. The freedom to murder my heir. I'm not talking about my freedom. I'm talking about mankind's. Mankind? And what would mankind do with freedom, do you suppose? Because when I arrived, they had it. And what do you think they did with it? They fought, they killed, they starved. I brought prosperity. I brought structure. And what have you brought? Besides violence, war, death. You know, Amundus, you're right. It wasn't for mankind, it was for revenge. I gotta tell you, killing your child like that, watching it explode into little wet chunks, hearing you scream like one of your little demon bitches, priceless. Да, это жестковато. Воу! Жесть. Давай, блин, Вергилий, делай что-нибудь. Он сейчас схавает Данте, Вергилий. Ага, забеспокоился? Ух, жесть, это ж сейчас всех невинных людей схавают демоны. Ё-моё. Leave my brother alone. Зачем было выкидывать? Надо было ему башку оторвать. You okay, Dante?
You took your time. You're welcome. О-о-о. Ну я же говорил. Сейчас будет жесть какая-нибудь. Одну бы башку отрезал. О нет, и как эту хрень мочить? Мундус! Да, Спарда был тем еще бабником. You're an asshole! Keep him busy. I'll try and get the eye exposed. Ох, жесть. Я буду. Don't attack him. Just stay alive until I expose his eye. Не атаковать, блин? Что прикажешь делать? Йо. Ох, йо. Ох, йо. Ох, ё! Воу! Данте! Do something! Do something? Что сделать? Воу! Now, Данте! Get to the eye! Хорошо, хорошо, как скажешь. Давай, давай, ух, жесть. Ох ты. Да, Данте силен. Ой. Немного потерял сознание, но ничего. Good save. Look, he's showing cracks. Данте, you see that? Yeah, I see it. He's still in there. We need to get in there and kill him. Come on. Давай, 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 давай. Так, а тут ничего нету. Ладно, пошли. Ну, что ты разрубить, что ли, не можешь? Во. Другое дело. Так, а тут что? Я все думаю, может, где звездочка припасена для нас специальная? Нет, не припасена. Мандус merged with his physical body. That's why he's protecting it. So if we kill his body, we kill Мандус. Да, так, ладно. Убьем тело, убьем Мундуса, хорошо. Куда тут идти-то, елки-палки? Все горит, метро торчит из дома. В общем, это как фильм 2012. Классный фильм, слушайте. А, не то? Да, вот теперь то. И теперь то. О-оу, он нас нашел. О, крэп. Вот дерьмо, он его схватил. Что делать? Что делать, Данте, думай. What have you done to him? Ух ты! Да, убежали мы. Но, блин, Вергилий. Ух, черт! Ёлки-палки! Так, что нам делать? Я не понимаю.
Ё-моё, да это что такое происходит сейчас? Нам вообще реально уклониться от этого дерьма. Да ёлки-палки. Что делать, что делать? Что делать? Блин, 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 блин. Какого хрена мне делать, а? Мне сваливать нужно, я понял. Ох, ёлки-палки. Блин, убьет меня сейчас. Ну это жесть какая-то, слушайте. И чего мне? Так, предметы, малую звезду, давайте, ладно. Хрен с ним. Блин, его бить и бить, слушайте. Бить и бить, бить и бить. Да я не знаю, как уклоняться. Просто нереал какой-то. Здесь везде, 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 везде. Везде просто урон наносится. Давайте большую поюзаем. Ё-моё, я не знаю, что делать. Хрень какая-то. Нам еще и обе руки надо снести. Блин, ну просто вообще жесть. Ай, тут эта волна еще это. Охренеть. Уклонился, слушайте. Первый раз. О-оу. Куда? Куда мне идти? Куда мне идти? А, понятно. Носимся между платформами и пытаемся выжить. Понятно. Давай, давай, рубить. Фу, все, я более-менее освоился. Более-менее освоился. Нет, он опять меня попал. Давай, 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 Данте, давай. Жесть. Че, опять что ли он задувает? Опять задувает. Ух, перелетели. Ничего, ничего, ничего. Сейчас, 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 дорубим, дорубим, дорубим. Ах ты, гад, улетел. Ладно. Ух, ё! Это вот что сейчас было? И как мне от этого уклоняться? Так, одной руки нету. Блин, жесть. Так, надо зацепиться за глаз, что ли, его? Давай, сюда его, давай. Выдергивай нафиг. Вот так. О, Вергилий! Чё, они все еще внутри? Вот хрень. Давай другой рукой, зараза. Я так чувствую, либо частота ударов увеличится, либо я не знаю, что еще случится. Сейчас начнет заряжать меня эта хрень. Блин. Я уклонился или попал? Опять он заливает этим дерьмом. Воу, свалили. Так, ладно, все. Все, я освоился, я освоился. Я освоился, освоился. Это хорошо. Хороший комбо дает у нас меч. Да, он в меня попадает этой хренью. Да ё-моё. Да чуть-чуть осталось, а. Блин. Хотел уклониться, но... Видимо, хрен у меня выйдет. Но время добивать. Фух. Давай последний глазик, мразь. Дергивай его с корешком прямо. Вот так. Давай, Вергилий, давай ему по заднице. Что? Жесть, он еще живой. Так, видимо, придется сверху заюзать. Что больше ни хрена у меня нету.
Ага, понятно. Давай, 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 давай. И пороже тебе, мразь. Получай. О, вот это, блин, туша. Да. I did it. Ну что же. Ху, победили мы Мундуса. Наконец-то. Наконец-то. Говнюк. Вот так и лежи. Весь город разрушен. Кошмар. Короче, пишут, что по всему миру происходит какая-то хрень, везде демоны. Посмотри файл моего друга из России, что тут происходит. Демоны пробудились. Какого хрена? We have awoken. Мы пробудились. Надпись. Ага, уборка беспорядка после папочки. Открыто достижение. О, прошли мы эту миссию. И что, это не конец, что ли, игры? Ага. Время S, очки S. Завершение SSS. Ну, конечно, что там еще делать? Использованные предметы 2 штуки. 0 смертей. Это отлично. Second stage, по-моему, он сказал. SS ранг. Ну что, неплохо. Прошли мы эту миссию. Видимо, это еще не конец. Будет следующая миссия, я подозревал. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям, ребята. Всем спасибо. С вами был Генон. И до следующей миссии. Ха-ха, какая она будет.